Число преступлений экстремистской направленности в России с начала года выросло почти на 160%, следует из сводки Министерства внутренних дел. В материалах уточняется, что большая часть преступлений подобного рода совершается в интернете, а потому важна сегодня профилактика экстремизма среди молодежи. Староскольский ЦМИ регулярно раздает информационные листовки на эту тему. Молодым людям объясняют, экстремизм – это форма ненависти или вражды, основанная на агрессии и насилии. Экстремизм бывает политический, религиозный, национальный, миграционный, социальный и молодежный. А терроризм является крайней его формой. Сегодня мы проводим акцию в целях профилактики экстремизма, которая направлена на предотвращение экстремистических действий среди молодежи и также взрослых людей. С помощью раздачи информационных листовок мы объясняем людям, что такое экстремизм и куда можно обратиться в случае, если человек столкнулся с этим. Я считаю, что это очень важно, потому что сейчас очень много где можно столкнуться с экстремизмом, как в сети интернет, так и просто в жизни. Поэтому людям нужно знать об этом как можно больше для того, чтобы не сталкиваться с этим, не становиться участниками.